поехали. Это тот самый участок в селе Морское, где идет реконструкция берега. Это объездная дорога, выстроенная зимой после шторма и урагана, который случился у нас в ноябре 2023 года. И сейчас туристы и местные жители вынуждены объезжать разрушенный участок побережья вот по этой дороге. Ну вот как эти машины вот везет катамараны, точно труженик курортного сезона. А вот здесь идет строительство новой дороги. Обновленные. Вот это бывшие самозахваты. Эта машинка здесь стоит с тех самых пор еще. Вот здесь внизу, вот здесь с краю справа находится гитара. Ну, вот ее там видно. А это участок дороги. Мост через речку Шелен. Стадион села Морское. Берег. Постройки на берегу. Место бывшего причала, разрушенного также штормами. И вот въезд в село. Здесь когда-то была автостанция. Дальше прибрежные постройки. И это уже выезд из самого села в сторону Алушты и дальше на Ялту. Здесь тоже есть участки побережья разрушенного ураганом и зимними штормами. Это местные ребятки уже купаются вовсю в море, плавают. И дальше дорога на Алушту. Вот так вот. Вот еще раз село Морское. Вполне нормальный такой себе въезд. Теперь уже со стороны Алушты в Сугак направление. Побережье. Еще раз нужно проехать по этой строящейся дороге. Рядышком с ней по объездному пути. Вот это вот мост через реку Шелен. Мы сейчас приезжаем. Здесь идет основная стройка. Здесь когда-то, вот в этом самом месте, много лет подряд были самозахваты. Их снесли, остались вот насаженные сады здесь. Самозахвата не было бы объездного пути, а так очень-то повезло. Да, насколько известно, сейчас в настоящий момент предстоит встреча главы администрации с жителями села Морского. По всей видимости, они будут задавать у них основные вопросы, связанные именно с этой дорогой и со строительством, с прибрежной территории. Когда будет эта встреча, пока неизвестно. Но стройка идет. Говорят, что здесь порядка 1,5 километров разрушенной набережной. И, конечно, необходима огромная сумма. Выделены какие-то средства. Стройка идет. Жители села
вот. Да, вон. Вот. И я тоже говорю. 600 миллионов, говорю. 600 миллионов денег. Это недострой Новолипецкий Металлург, всем известный, впереди Солнечный камень, место еще одного кемпинга, мост. Здесь очень хороший пляж. И далее дорога сюда. Я на фоне Лумбата покажу. Здесь бензовод как раз морской. А это дорога в Судак, в Феодосию, в Керчь, через Крымский мост.